Мы приехали в наш городской бассейн. И, похоже, куда бы мы ни приехали, мы привозим с собой лето, да? Да, да. 31. Пошли в барчик. Муж соскучился за немецким пивом. Я, если честно, тоже. Пойдем сейчас. Долбанем. Покрутимся. Вот такая у нас тут жаришка. Вот оно. Холодненькое. У меня нефильтрованное. Я люблю такое нефильтрованное. Муж любит прозрачное. Вот я тут. Люди тут отдыхают, плавают, купаются. Это у нас такой городской наш бассейн. Очень удобно, что в городе есть такие места. Он есть как открытый, так и закрытый. Закрытый. Сейчас летом работают, и там дальше здание. Закрытый, там же и комплекс саун разных. Детская зона, и бары, и кафе, все здесь есть. Можно просто прийти на весь день и балдеть. Да. Команду всю снимаю. Всю команду снимаю. Дедушка, помаши. А бабушку где потеряли? Она где-то. Бабушка, помаши. Ну, Маша, не надо. Мама, помаши. Это кто-то такой красивенький. А чего ты стоишь такая? Я хочу, чтобы мы снимали. Окей. Едем с бассейна на велосипедах к нашему дому. Хочу показать домик, где петунии очень красивые растут. Каждый раз проезжаю, любуюсь. Потому что вот такую красоту они прям долго держат. Где-то до октября она у них висит. Видимо, удобряют, потому что очень-очень она такая прямо пышненькая, красивенькая. Нравится мне очень. И вот тут такая небольшая у нас речечка. И кто-то там плывет по этой речечке. Остановились, Маруся пить попросила. Все, едем дальше. Такой вот у нас тут райончик. Эта машинка посудомоечная работает, поэтому не обращайте внимания. Вот такую классную штуку сегодня купила в ТГ Макс для чистки пяток. Короче, я не знаю, как вам объяснить. Она очень мягкая. Похоже на Beauty Blender, но очень шершавая. Это у меня вот какой-то там Limited Edition, Gold Edition. Буду пробовать. Там была еще обычная розовенькая, и вот она реально похожа на Beauty Blender. В общем, вот такая вот штучка. Сейчас буду открывать, смотреть. Но мне кажется, она будет очень крутая. Кто пользовался, напишите. За 5 евро я ее купила. И, кстати, давайте сейчас вам покажу кое-что из БАДов, что я пью. Вот это я себе купила сегодня. Это Мерц. Я знаю этот бренд еще со времен, когда мы жили в России. Вот этот бренд мне очень советовала мой косметолог. Там у них были такие специальные дрожжи красоты, ну, типа витамины для женщин, кожи, волосы, ногти. И мне они очень-очень сильно нравились. Здесь вот Мерца очень много. Это такой фармацевтический бренд. И я взяла себе попробовать у них коллаген. Я коллаген пью, постоянно его меняю. До этого у меня был коллаген вот такой, 500 от Dr. Gerz Active. И я думаю, те, кто пьют коллаген, те знают, да, что у него должны быть определенные кофакторы. И это обязательно должен быть витамин С. Марусь, будь здорова! Но когда есть уже С, то это уже хорошо. Здесь вот из кофакторов у нас есть С и D3. Очень полезная вещь. Действительно, коллаген очень помогает, я заметила. Вот он такой прям директ называется. Прям вроде как сразу выливаете, он уже жидкий, разведенный. Не надо ничего возиться, там в банках лазить ложкой, что-то мешать в стакане. Бросили с собой в сумочку, даже где-то в машине вспомнили, достали, выпили. Он достаточно приятный на вкус. А вот этот он уже идет вот в таких вот... Скажу, как он называется... Пробирку, что ли? Ай, запечатано. Короче, вот она нарисована, такая штучка. Он тоже здесь идет жидкий. Сразу можно выпивать. Так, что у нас тут? Ну, для кожи, да, для суставов, естественно. Да и вообще, это такая вещь для нашей красоты. Вот здесь вот еще лучший состав.
Правда, здесь коллагена. Доза в два раза меньше. Но 2500 микрограмм, это тоже очень хорошо. Здесь вот у нас было 5000. Ну, можно для начала пропить, допустим, там, где больше доза, а потом уже перейти вот на такую. И тут у нас еще, смотрите, есть витамин С, Е, ниацин, биотин и цинк. Очень классный состав, действительно. Вот эту, чтобы сделали дозировочку побольше. Здесь на 14 дней, а здесь тоже на 14 дней. И вот еще какие БАДы я пью. Я пью обязательно магний. У меня в форме цитрат. Хорошая штука. Это именно аптечный, я вам показываю. Можно еще в Драгире где-то купить, в ДМе. Но это именно аптечный. Это то, что мне, как говорится, мой семейный доктор прописал. Тоже директ, видите? Немцы молодцы, они не заморачиваются там. Очень удобно, да? Даже, знаете, проверяла, мы гуляли с подружками во Флоренции, очень много пешком гуляли, и прям заболели ноги. И одна из моих подруг достает из сумочки и говорит: на, держи держи магний. Я беру этот магний, где-то мы в кафе сели во Флоренции попить капучинку, капучинкой так чуть-чуть запила, и реально прям мышечная боль куда-то испарилась. Поэтому вот эти вещи, они работают. Но это не магний B6, как я раньше пила, таблетированный. Вот он мне показался не совсем эффективным. Дальше, что еще из БАДов я пью? Я пью железо. Поднимаю ферритин. У железа кофакторов тоже два, да? Это вот витамины группы В, я вам просто сейчас показываю. И витамин С. Витамины группы В я пью тоже аптечные. Это у нас вот такой прямо комплекс, лечебная дозировка. В аптеке покупала, не в этих, не в магазинах, не в супермаркетах. Затем я пью, ну вот, соответственно, железо. Здесь уже есть витамин С в этом железе, поэтому я дополнительно С не принимаю. Вот так они у меня в паре идут. Это у меня омега. А это я пью флебодию. Это мне мой сосудистый хирург еще в России выписывал. Раз в полгода я обязательно флебодию пропиваю. Вот, вот такие вот у меня БАДы. Что еще хотела показать? Ладно, если что-то потом вспомню, еще покажу. Девочки, всем доброе утро. Вот такую лилию мы вчера с Маруськой спасли в магазине. Они продавались в горшках, и оставалась уже последняя. На нее была какая-то дикая скидка. Мы решили взять ее домой. Очень вкусный аромат стоит. Я сейчас буду пить кофе с такой вкусной конфеткой. Обожаю конфеты Моцарт. Это марципан, и внутри там разные начинки, коньячные и так далее. И здесь я выставила вам показать свои любимые специи для кофе. Если я пью черный кофе, например, американо или эспрессо, я очень люблю добавлять туда вот такие вот пудрочки различные. Это у меня из биомагазина куплено. Она такая, знаете, вот мне чем-то напоминает кофе, который мы пили в Дубае, потому что, наверное, здесь содержится кардамон, корица и вот такое вот все восточное. Такой, знаете, не сладкий аромат, но очень какой-то насыщенный, такой красивый, восточный. Вот такой состав здесь. Есть и кардамон, и корица, и мускатный орех, и ванильная пудра из натуральной ванили. Немножко инжира. Ну, ой, прошу прощения, и имбиря, инжира. Вот, и, ну, хороший состав, и это все био, натуральное. Стоит, конечно, подороже, чем вот те две, которые сейчас я вам покажу, купленные в обычном магазине. Но все, что био, оно всегда обычно дорогое. Катани, да, вот они продаются и здесь тоже, в Германии, в России. Я покупала часто катани приправы, в том числе для кофе. Но здесь у меня вот такие вот они разные. Это у нас коричневая мечта, Cinnamon Dream. И она такая немножечко с... Да, здесь корица на первом месте, да, немножко пудры сахарной, все это так гранулировано, и такая мельница, вы делаете как будто бы, вот как кофе, ой, господи, как перец. Что у меня сегодня язык заплетается, я прошу прощения, давно не озвучивала видео, но неважно, в общем, вы перемалываете это прямо в чашку. И вот это у меня какао, с какао, мне она, если честно, больше нравится, потому что запах потрясающий. Обычно я это делаю прям когда в турке варю кофе, прям в турку перемалываю, и аромат стоит прям на всю квартиру. А иногда просто добавляю. Выползли на улицу. Вот такой вот у нас классный сентябрь. Погодка классная. Маруська играет. Да, и вот вам типичная Германия. Детская площадка.
А немцев нет ни одного. Но все, тем не менее, прекрасно говорят по-немецки. Но не немцы. Где-то бабушка наша идет. Мама, пошли на другую детскую площадку. Туда пойдем кататься? Маш, глянь, кто там идет, с горочки спускается, модный такой. Маш, иди сюда, салфетку дам. Маш. Че так нарядились? Мы вас там ищем. Я говорю, что так нарядились? Ну, лето же. Лето. Сентябрь. Дедушка, наверное, опять ищет себе приключения на одно место. Шляпу одел свою. Дядь!